А, вот кто жужжал мне в ухо, это кобра была. Простите. Нормально, нормально. Так, а где у нас? Так, а сколько вы определились все-таки топливо брать? Полтинник, да, всего лишь? Взлетка прямо вот же, ну, мы стояли носом к ней. То есть мы... А, я понял. Да, блин, это большая широкая полоса. Но это ребята, которые в ДКС летят. Отсюда не видно, я не понимаю. Ребята вернулись в игру, как здесь вообще две полосы. Здесь две полосы. Вот, я героически еду по какой-то рулежке, куда я приеду, не знаю. Так, ну что, ястребы, занимайте это, взлетайте. Под нами явно видна дорога левее, и прямо под нами ЖД дорога. Мы, наверное, по ЖД будем заходить, правильно? Там же ЖД станцию нужно. Поэтому прямо вот сейчас вот как 12 идем. Истребитель какой-то. Второй по палаткам. У вас стрелки молчат? Стрелок молчит. Я подлетаю к самолету, который я сильно не дергаю, только вверх-вниз, я у тебя понял. Держусь, а я вижу, вот, да. Вот, вот. Ух, молодцы какие. Хорошо отработали. Да. Ну мы... Питфайр, чего врешь? Чего? Ты же сигнальную ракету все-таки отстрелил. Нет, я на высоте 2000 футов сейчас лечу в сторону истребителей. А каких? Тут здесь еще. Ой, что этих бомбардировщиков? Я просто вышел к нему на 6 и это. Ну. У меня окраска с этими, со звездами американскими. Ага. А это британский. Первый касание, козел. Так, первый второй на полосе вижу. Приземлился. Ой, на второй куда-то делся. Приземлился. Ага.